Председатели садоводческих объединений района собрались в субботу на масштабный семинар. Ошибочно полагать, что в этом деле главное уметь выращивать клубнику и картошку. Необходимо знать множество нормативных документов в сфере земельных и имущественных отношений, быть в курсе изменений в законодательстве. О новостях, касающихся кадастровой оценки земель, рассказал депутат Мособлдумы, председатель профильного комитета Владимир Шапкин. Теперь каждый регион создает кадастровый центр, который будет проводить не только кадастровую оценку очередную, но и будет сопровождать в течение последующих 5 лет все текущие изменения. Это первое. В ноябре прошлого года был создан центр кадастровой оценки Московской области на базе БТИ. На семинаре также обсудили вопросы пожарной безопасности. Председателям необходимо провести работу с теми членами СНТ, кто не произвел покос травы вокруг своих участков. Вложение небольших сил позволит избежать большой беды. Один из самых актуальных вопросов для СНТ и ДНТ на сегодня – порядок вывоза мусора. Глава Щелковского района Алексей Валов рассказал, что на всех мусорных полигонах Подмосковья ужесточен контроль за приемом отходов. Техника, незаконно вывозящая мусор, арестовывается. Поэтому заключать договоры нужно только с официальными мусоровывозящими компаниями, имеющими электронные паспорта и зарегистрированными в системе ГАСУ. И вы не должны этот мусор вывозить на контейнер-площадки, потому что у нас такие же ограничения идут по нормам накопления и вывоза ТБО и КГМ. Многие полигоны закрыты, и из тех лимитов исходя, мы просто в них вас не видим. Каждая ваша мусоровывозящая компания должна лично с вами встретиться, показать электронные талоны и показать, что они зарегистрированы в системе ГАСУ. Тогда к ним претензии снимаются, мы понимаем, что они в единой системе работают и не будут сбрасывать, где попал этот мусор. В Щелковском районе таких организаций 11. Позже их руководители встретились с участниками семинара и рассказали о своих услугах. Также председатель районного совета депутатов Надежда Суровцева и областной депутат Владимир Шапкин наградили ряд председателей СНТ и ДНТ за вклад в развитие садоводства в Щелковском районе. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».